Всем привет! Друзья, сейчас очень важной информацией хочу с вами поделиться. Мы вас сюда приглашаем зарабатывать. И когда доходит дело о том, что нужно ежегодно делать заказ на 150 баллов, сразу у каждого новичка страх, что я здесь буду тратить деньги. Ребят, мы не заставляем вас тратить деньги, мы предлагаем вас зарабатывать. Сейчас я пошагово вам расскажу, как, пользуясь на 150 баллов ежегодно, за год можно иметь выгоду 1000 долларов. Друзья, смотрите, что такое 150 баллов? 150 баллов. Если это каталожная цена, 60 гривен, 1 балл, в сумме это 2300 гривен. Сразу, когда вы приходите, у вас 20% скидка. И 150 баллов вы уже берете за 12 гривен, 1 балл. И в сумме это 1840 гривен. Ежегодная выгода у вас при таком заказе 460 гривен. Это первая возможность. Это экономия или заработок на этой скидке 20%. Дальше, когда вы делаете 150 баллов, вы попадаете в бизнес-класс, и у вас ежегодная есть скидка 50% на любимый продукт. Как считается эта скидка? Я привожу всегда пример на дорогостоящем продукте. На дешевых продуктах нет смысла ее брать, поэтому есть в каталоге продукты, которые стоят дорого, но вы их можете взять намного дешевле. Как считается эта скидка? От 1000 гривен считается минус 20 ваших процентов и минус 50%. То есть в сумме это получается 400 гривен вы покупаете продукт, который стоит 600 гривен. Если вы этот продукт продаете или себе оставили, да, вы экономите 600 гривен. Такая возможность у вас есть ежегодно. Это второе выгодное предложение. Дальше следующее. Это вы участвуете автоматом во всех акционных предложениях от компании, да. Есть акции активности. И, например, да, по акции активности вы берете раз в три каталога какой-то набор продуктов или продукт, который стоимость его 1000, но как в примере с последней акцией активности, вы его берете за 125 гривен. Это уже экономия 875 гривен, но это не ежегодно, а один раз в три каталога. Такая есть у вас экономия. Дальше, когда вы в бизнес-классе, вы всегда экономите на доставке. Доставка 24, если маленький заказ, если заказ от 150 баллов, у вас всегда доставка 0. И смотрите, 24 гривны умножить на 17 каталогов. Если вы пользуетесь возможностями бизнес-класса, это выгода, да, то есть 480 гривен вы экономите на доставку за год. Следующее, что я хочу сказать. Дальше, если вы делаете 150 баллов, вы всегда на 3%. За 3% у вас есть объемная скидка, это 50 гривен. Но если вы даже не рекрутируете, если вы просто только пользуетесь на 150 баллов, вы на 3%. Но если вы рекрутируете или рекрутирует даже под вами спонсор, но вы не строите свою ветку при заказах на 150 баллов, все равно вы получаете по уровням, на которых находитесь. Да? На 6%, если вы со своей группой на 6%, и ваша объемная скидка на 6% это 80 гривен. Дальше 9%, если под вами структура 9%, за ваши личные баллы 150 баллов, 9% это 120 гривен. 12% объемная скидка у нас 155 гривен. 15% объемная скидка у нас 200 гривен. 18, если под вами структура уже такая есть, да, вы не работаете, а только пользуетесь на 150 баллов, у вас будет скидка 250. И если вы 22%, за личные покупки вам компания возвращает еще 300 гривен. И теперь давайте посчитаем выгоду за целый год. Смотрите, 460 гривен умножаем на 17 каталогов. Это в сумме у нас получается 7820.
Дальше 600 гривен ежекаталожно имеем выгоду. 600 умножаем на 17 каталогов. Это 10 020 выгоды в гривнах, да? 875 гривен 3 раз в 3 каталога. 875 умножаем на 6 каталогов. То есть 6 акций за год где-то таких происходит. И у нас получается 5250. У меня уже все посчитано, да? И дальше. 408 гривен – это экономия на доставки. И дальше смотрите, что происходит. Если вы просто на уровне 3%, но постоянно пользуетесь год на протяжении на 150 баллов, вы получаете 50 гривен, умножаем на 17 каталогов. 50 гривен на 17 каталогов – это 850 гривен. Здесь вы можете сами себе просчитать, я просчитываю еще максимум. И 300 гривен на 17 каталогов – это 5100. И теперь давайте посчитаем, все приплюсуем, да, эту сумму плюс эту, и если вы просто 3% за год, ваша выгода 24 348 гривен. Если разделить это на доллары, это получается 936 долларов. И если вы, например, на вот этом уровне делаете ежекаталожно по 150 баллов, даже не строя структуру, да, вы 22%-ник, ваша суммарная выгода 28 598 гривен, больше, чем 1000 долларов. Друзья, если вы правильно увидите наши возможности, если вы просто научитесь собирать заказ, да, то есть вы просто возьмите это себе за хобби. Просто ежекаталожно иметь каталог, покупать себе с каталога все, да, и рекомендовать в своем окружении, делая 150 баллов, вы сможете иметь до 1000 долларов выгоды. Если вы пользуетесь сами этим всем, вы на этом всем экономите 1000 долларов. А если вы еще и продаете что-то по каталогу или по всем этим предложениям, тогда вы эту 1000 долларов зарабатываете. Не бойтесь этого товарооборота. Рассмотрите возможности больше, масштабнее и начните видеть выгоду и получать выгодные предложения на такую сумму. Всем желаю удачи. Пока-пока.